Здравствуйте, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Horizon Zero Dawn, и мы продолжаем проходить эту прекрасную игру. Не без минусов, конечно, но все-таки очень годный проект. Но, опять же, пока в качестве только видосиков, потому что, так как я живу в Беларуси, у нас интернет хоть и дали, но даже загружать видосы очень геморройно, загружается очень медленно, поэтому с трансляциями пока придется повременить ненадолго. Пока немножко не стабилизируется ситуация. Но это все, в принципе, не важно. У нас тут игра, поэтому погнали дальше. Что у нас тут еще есть поблизости? Так, тут выполнено. Кстати, охотничье угодье у меня тоже выполнено. Я уже выполнил. Кстати, очень полезная. Не то, что полезная, не только полезная. Во-первых, она полезная штука для обучения. Охотничьи угодья, где они находились, кстати? Вот, трофей из охотничьих угодий. Вот здесь тут все охотничьи угодья были. Где-то там еще были, по-моему, охотничьи угодья. То есть очень полезные вещи. Торговец охотничьи угодья. Да, вот здесь, возможно, тоже были охотничьи угодья. Короче, очень полезная штука. Во-первых, почему? Потому что они позволяют набраться опыта в использовании... Трофей из охотничьих угодья. Что-то не понимаю. Тут какие-то охотничьи угодья. Лагерь жажды беса. А, это лагерь разбойников. Это не то, это торговец. Короче, ну, вы поняли. Где-то есть эти охотничьи угодья. То есть, а, в принципе, что я им голову дурю? То есть, мы же можем посмотреть по... заданием, и оно нам покажет на карте, где находится эти самые охотничьи угодья. Да, вот. Ну да, все правильно, я вот здесь так и думал, вот охотничьи угодья здесь находятся. Там очень эффективно тренировать всякие вот эти методы убийства противников. То есть использованием там электрических бомб, там ловушек и так далее, и тому подобное. То есть я когда зашел туда, поначалу было, ну, сложновато некоторые миссии проходить. Некоторые давались простенько, такие как вот, к примеру, вот его сейчас посмотрим. То есть, вот, огненный бой. Поначалу было сложно, непонятно, что от меня хотят сделать. То есть, хотя нет, с огненным боем это я не про то. Да, вот здесь только детали. Вот здесь надо было сбивать емкости с жвачников. Но если я использовал огненные стрелы, то эти сволочи просто, ну, разбегались. Это, кстати, было на стриме, по-моему, это точно было на стриме. Я там сражался с ними. Но все равно, это крайне жуткий геморрой. По поводу... допустим, вот таких заданий, типа испытание шок, было поинтереснее, потому что там нужно было завалить бурдюка, точнее, не завалить, его нужно было оглушить, из них избить у него из-под пуза 3 ячейки с топливом. Вот это был геморрой, реально геморрой, потому что я сначала поначалу не понимал, как их сбить, так успеть за время его оглушения. А потом сюда решилось простенько. Оказывается, есть такие вот штуки, как отбойные стрелы. Очень полезная штука в отбивании именно... элементов. Сами они урона особо не наносят, но зато по модулям они вкидывают приличный урон. Не, ну конечно, урон они наносят, но в основном они служат для именно отбивания каких-то кусков брони, кусков модулей и так далее и тому подобного. Так, ладно, что-то я побежал туда, не в ту сторону. Что у нас тут по заданиям тогда есть? Так, где на шее, дела. О, есть дела, охота. Поговорить с Лиганом. Пойдем, давайте поговорим с Лиганом. А, не, бежать далеко, это мне не надо, это мы по сюжету туда придем. Пока не надо. Так, значит, в принципе, остаются основные квестики, но давайте, как я сказал, основные квестики пока оставим на потом, в крайнем случае, если у меня что-то вообще, то есть, ну, не будет тут никаких квестиков. А пока сбегаем вот в эту локацию. Тут что-то есть, тут какое-то здание, ну, явно деревенька какая-то, но она у меня не открыта. Возможно, там у нас есть квестики, и плюс потом можно будет сюда вот вниз прибежать и сделать эту зараженную зону. Да, это будет основной квестик, но в любом случае уже будет хотя бы выполнено. Попались тут какие-то три ублюдка мне, походу, я даже отбежать далеко не успел. Они тут как тут.
пришлось закидать их электрическими бомбами. Конечно, желательно не тратить эти снаряды, потому что потом можно остаться без действительно полезных вещей. Но что-то меня реально проперло на использование всякого рода бомб. Стреляют скоты сзади. Сидок, так сказать. Сизу по сизу. Нормально так сидеть в чистом поле среди всяких роботов. Ну, да, простенько. Подумаешь, убьют. Всего-то! Ой, я кого-то переехал только что. Меня бьют, что ли, пока я сохраняюсь? Так, ладно, хорошо. У нас с вами разговор короткий. С этими ребятами простенько. Дал им прикурить. И все, и ребята курят потом целый день. Курить, конечно, вредно, но кого ебет чужое горе. Лошадь мою запинали. Хотя, может быть, я сам убил этими взрывами. А ладно, не страшно, подумаешь. Не первая лошадь и не последняя. Сохранения, конечно, странные. То есть, вроде как я, типа, сохраняюсь, но вроде как и нет. Что, вы что, задумали там? Не надо. Вот как там прицелиться. Все. Сейчас мы тебя залутаем. Ой. Там какие-то ребята прибежали. Не-н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 е. Свободные. Что задумали? Ладно. Хотите по-плохому? Будет вам по-плохому. Блин, прямо в лицо прилетело. Ты стрелок! Может, хватит? Че я тебе, блядь, устрою? Веселые приключения! Да, блин, работай! О, молодец! Так, сейчас мы тебя... Да-да-да, не видел как будто до этого. О, скотина, вовремя увернулся. А я уже теперь тащить хотел. Ой! Вот так вот это делается. Подумаешь, блин, я не могу вообще до миссии добежать. Вот все-таки интересно в этой игре уничтожать противника. Вроде такая система кажется простая, ну, лук, стрелы, но, блин, так кайфово стреляться со всеми, пытаться убить и... Поэтому при этом бегаешь постоянно, что-то подбираешь какую-то ерунду. Прикольно. Еще всякие методы убийства, способы разнообразные. Забавная игра. Забавная. То есть, не скажу, что прям шедевр, но играть доставляет удовольствие. А ну-ка, индюк ебаный, иди сюда. Мне твое мясо надо. Возьму. Также твои одежды и мотоцикл. О, не-не-не-не-не, пацаны, я с вами не хочу иметь дел, подведите вы в задницу. У меня там есть чем заняться наверху. Что так темно стало? Не, ну я понимаю ночь, но... Всё-таки. А-ля Скайрим? Ну, да, в принципе, нельзя. Я думал, можно в них залезть. Но нет. Хотя в Скайриме... Хотя нет, да, в Скайриме тоже не везде можно залезть. Ладно, посмотрим. Ну да, как я, в принципе, и подумал, там квестики есть. Пойдем посмотрим. Квестики я люблю. Поговорим с парнем. Ты Элой, да? Говорят, ты теперь искатель и можешь покидать священную землю. Да.
чтобы догнать напавших на племя. Я бы не посмел выйти за пределы. Но моя сестра Накоя, как ты, бесстрашная. Накоя, Накоя, ты такая бесстрашная. На север искать воина Карха по имени Заид. Он водил красные набеги. Он опасен. Я очень за нее волнуюсь. Я ее поищу. Да ты успокойся! Сейчас найдем. Матриархи уже не разрешат ей вернуться, но я просто хочу знать, что она жива. Она прошла через венец матери. Там живет тетя Салай. Расспроси ее. Может, они виделись? Так, кстати, квестик есть. Так, кстати, торговец есть. Надо с торговцем поторговать. Может, там что-нибудь интересное найдем. О, ящик. Ящики я люблю. Дверца не открывается. О, какая ты красивая. Этот воин. Ему очень больно. Да. Он скоро умрет. Тут ничего не поделать. Я видела, как умирают. Но не в таких мучениях. Я хочу быть сильной, как ты, но... Я не могу ему помочь. У меня даже нет сонной ивы, чтобы унять боль. Сонная ива была в тайниках на восточных тропах. Но я не могу оставить его. А может, ты сходишь вместо меня? Ему бы чуточку ивы, и стало бы легче. Если будет возможность, я поищу сонную иву. Правда? Спасибо. Конечно, я же добрый. Надо добрый. Хоть как-то помочь этому воину. Единственное, так и непонятно, есть вот такая штука, которая называется урон. Стоп, изготовление, вот так вот. Единственная одна непонятная штука, вот есть один модификатор, который я не знаю, куда вставить. То есть вот сюда он не вставляется, сюда он тоже никуда не вставляется. То есть ни в один элемент он не залазит, и я хрен знает, от чего он. А говорю я как раз таки о вот этом модификаторе. Спираль, урон от копья, плюс 30%. А куда ее засунуть? А, кстати, да, я еще не посмотрел, может быть, он в одежду засовывается. Нет, нифига, не в одежду. Видите, они такие вот как бы круглые, короче, такой вот многогранник, витиеватый. Как бы два квадрата, пересеченных друг с другом. А здесь эта ерунда выглядит как просто треугольник. И куда его сувать? Хрен его знает. То есть вот такие вот вроде вставляются в оружие. То есть, если посмотреть, изготовление, модификации. То есть, да, видите, они все вот такие вот модификаторы вставляются в оружие. Круг с такими насечками. В броню вставляются, получается, вот такие модификаторы. А куда вставляется... Да, херня. Непонятно. Так, парень что-то охраняет. А, нет, это бегун, это он ничего не охраняет. Он бесполезный. В принципе, как и я. Так, в принципе, зато мы можем его взять себе на память, так сказать, и будем на нем кататься в ближайшие несколько минут, пока его не убьют первые попавшиеся мобы. Но все равно полезненько. Поехали. Да, получается, тут продавец какой-то тоже. Так, стоп. Вон тайник. Все, понял. Так, пошли, забираемся наверх как-нибудь. Вот как это хитро делается. Так, где-то здесь должна быть наверняка. Да, вот, я вижу. Сюда можно залезть. А дальше куда? Все. Просто по скале. Блин, я думал, уже не долечу, упаду. И все нормально. Тут нет сонной ивы. Только осколки. Бегу наседлать. Ебаный в рот! О, чё, можно прямо сверху? О, какой я модный. Ладно, осколочку хотя бы набрали. Осколки тоже, в принципе, ценная вещь достаточно. Пытаются не так часто.
особенно из мобов, падает в очень малом количестве, и фармить, правда, реально геморно, приходится большей части продавать ресурсы для того, чтобы хоть как-то зарабатывать осколки. Вот, кстати, неплохая штука, то есть вот эти вот места, в которые можно загонять мобов, в таких местах, кстати, можно фармить, то есть загоняешь сюда мобов, стреляешь по вот этим ерундовинам, они падают, всех убивают, и ты просто подбираешь лут. Я смотрю, их много вот этих мест с бревнами. Тоже интересная механика. Конечно, странно, что какие-то бревна могут убить этих противников, потому что ну, бревна достаточно же крепкая вещь. Достаточно крепкая вещь бревна. Ну, вот и бревна. Бревна, понятно, что крепкая вещь, но все-таки это роботы, это металлические изделия, ну, а бревна там не такие большие. Феникс. Нормально, я перепрыгнул, хотя можно было, в принципе, не перепрыгивать. Так, и тут ничего нема. Как будто кто-то забрал всю сонную Иву, а вместо нее подложил осколки. Интересно, кто бы это мог быть? В этих тайниках сонной Ивы нет. Надо сказать Фию. Ну, неужели заставит меня сейчас бегать по тайникам по-разному? Будем надеяться, что нет. Сейчас реально можно задолбаться бегать по всем этим тайникам. Направо, налево. А квестик-то на маленькое количество опыта. Как бы не хотелось бы тратить на это сейчас целый день. Так, вот мы прибежали. Ну что, давай, курица, отвечай. Почему там нету Ивы, а? Вернулась. Я уже обыскала тайники. Нашла лишь осколки. Как странно. Кто забрал Сону и Иву? Может, у Яна еще найдется? Спроси у него. Только путь не близкий. А ты издеваешься? Кто ты такой? Говоришь, у Яна может быть Сонная Ива? Да. Он отшельник, но помогает нам, собирает травы, варит зелья. Только живет он к западу от Венца Матери. А тамошние машины очень буйные. Что там за машины? Падальщики. И еще пилозубы. Там очень опасно. Пилозубов мы быстренько приходим. Прощай. Потому что пилозубы просто поглощаешь. Ну, призываешь детей на свою сторону. И все. И он там всех убивает. Самое главное только, чтобы... Ну, почему так далеко? Кстати, знаешь, Гарри, какая-то конченая миссия, блин, бегать заставить сейчас полкарты. Вот сволочи. Ну, блин, ну, ну так нечестно. Так, ну что, лошадь, давай, вперед! Но! Плотва, блядь! Давай! О, молодец! Ну, что это кобыла? Хочет пробить. Жень говорит, хочет. Это ж металлический, какая тебе разница? Вспомнишь, что я тебе приказываю. Какая-то... Чёрная лошадь, на самом деле. Да, слишком умная. Ой-о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 й! Точно. Как мы могли забыть? Уже есть ребята, которыми мы сражаться будем сейчас. Подойдите. А ну давайте только сюда. Ой, я в яму попал. Скотина, обошел. Ты прикинь какой. Давай, сюда иди. Давай. Эй, псина. А, вот так вот, да, значит. Вот так вот это... Делается, знаете. Так, он там сзади стреляет. А ну. Да блин, опять я в яму попал. Так. Иди сюда! Да,
Так, не надо меня стрелять. Ой, блин, смотрите. Даже на ловушку не надо было пинать. О, какой я. Предусмотрительный просто. Заранее ловушку поставил. Ну, мало ли вдруг. Так, теперь надо как-то наверх забраться к этому парню. Ну, я уже бегу. Держись. Меня заперли. О, Леха такой раздается, неплохой. Слушайте, давайте мы сначала... Да подождите, тут, смотри, лута сколько. Какой помощь? Тут не до тебя вообще. Может, тут что-нибудь еще есть? Нет, 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 нет. Спасите! Да ладно, ладно, не ори ты. Вы слышите? О, как дверь быстро открылась. Хвала великой матери. Думал, там так и останусь. Что такое? Шайка изгоев, вот что! Ворвались, украли сонную Иву, а меня бросили. А вы издеваетесь, что ли? И эти тоже Ивы украли. Куда пошли эти изгои? Я думаю, на гору. Может, ты еще догонишь. Пусть их изнеможденный вид тебя не обманывает. Они тебя убьют без колебаний. А это мы еще посмотрим. Ох, мне надо перевести дух. Для начала перестань болтать. Ну. Так, заряжаем сразу 3 стрелы, чтобы можно было пустить кому-нибудь в срак. Помоги! О! Да что ты говоришь? Помоги. Стреляй еще! Стрелы кончились! Это те изгои, что забрали сонную Иву. На них напали. Блин, ну так неинтересно. Я повторю. Помоги! Иду! Стреляй еще! Стрелы кончили! Сейчас мы хитро сделаем в этот раз. Ну-ка. 3 штуки хватит, интересно. Оп! Пойди погуляй, посмотри, что тут такое интересное. Может быть, вот тут что-нибудь интересное есть. Но, мелкий, ты куда? Ты, уйди, уйди, блядь! Не надо, стой! Блядь! Сюда иди. Дегеня, да куда ты собрался? Сюда, придурок! Ой, отбили, блядь. Как же, сука, с вами сложно. Ну, сейчас я тебе, блядь, устрою. Видите, что пристреляет своими стрелами. Да сюда иди, блин, я там камней уже накидал целую гору. Блядь, придурки, я вас застрелю нахуй сейчас. О, это другой разговор уже. О, нормально. Эй, куда собрался? А ну, стоять. О, какая хитрая собачка-то. Ай, стоять, блядь, больно, 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 блядь! И эта псина тоже. А, смотрите, какой я.
честно, мелкая скотина. Сейчас мы сначала мелкого избавимся. Так. Да не туда, не того бьем. Не того бьем. Больно-то как? Ух ты ж, боже мой, теперь-то так, блядь, а тебя какое у него вообще есть слабое место? Я что-то забыл. Пилозуб. Емкость с огнежаром под пузом находится. Ну да, очень, в принципе, удобное место, на самом деле. Очень удобное. А, ну, в принципе, да, можно и сдохнуть. Почему бы и нет? Если бы не эти уроды, я бы быстрее с ним справился гораздо. Но они меня выбесили. Скорее! Помоги! Я вас застрелю. Я вам клянусь, я вас застрелю. Иду. Когда вы спуститесь, я вас застрелю. Стрелы кончили! О, как вовремя. Крит нанесли. Так. Не видно ни хрена. Так, что там у нас по... Нас. О, мелкий, мелкий, а ты что делаешь? Тебе нормально? Так. Сейчас избавимся от мелочи. Пузатый. О, ты... Стой, блядь! Ты задолбал! Да сколько можно-то? Он, скотина, прямо агрится на меня. О, перепрыгнул! Вот смотрите, какой умный-то пес. Убей ее! Ой-ой-ой, не хватило чуть-чуть. Да, блядь, не волнуйтесь, я как бы за вами еще вернусь. Блядь, псина, ты тупорылая! Сейчас мы, блин, вам... Мать, будешь, собачка ты. Так, вы давайте спускайтесь. Сейчас я подожди, сейчас я вам... Можно прийти, я ему прямо в голову сейчас засажу? Нет, нельзя. Уф! Сука, блядь, нельзя прямо в голову ему засадить, а я так хотел-то, блядь! Награда за повышение уровня, это полезно. Мы тебе благодарны, если благодарность изгоев для тебя хоть что-то значит. Значит. Ты даже готова говорить с изгоями? Меня изгнали сразу после рождения. Законы племени мне не указ. Так это ты, та, что росла без матери? Но ты больше не избавил. Так, я не понял, мы что тут, блин, разглагольствуем? Они вообще-то Иву стянули. Хм, вот так незадача. Зачем вы ее украли? Потому что у нас раненые. Зачем еще она нам? С нашим племенем творится что-то страшное. Воины нас больше не защищают. Машины. Не, ну, в принципе, логично, да, давайте красть у других. Почему изгои в нарушении обычая стали держаться вместе? У нас просто не было выбора. И все равно мы не воровали. Клали в тайники осколки, и Яну бы заплатили. Но он, конечно, и слушать нас не стал. Сонная Ива нужна и другим. Отдайте часть. Ты просишь или требуешь? Требую. Я говорю, как человек с человеком. Что ж. А то потом будем говорить, как человек с трупом. Не надо. Просто мы здорово перепугались. Вот и сгребли все. Держи. Я заберу себе одно зелье. Остальное отдайте кому нужнее. Так и сделаю. А вам тут удачи. Держитесь вместе. Нормально поговорили, называется. А то, что я тут столько, блин, снарядов потратил на то, чтобы... отмудохать этих ребят. Это ерунда, конечно. Павлик новое скрафтит, подумаешь. Всего-то нужно, блин, понакрафтить новых вещей. Запросто, конечно, конечно. Я хилок потратил на вас, на мудаков. Чтоб вас спасти. А вы мне... Эх, вы...
Вот сонная Ива. Отнеси ее Фии в холм матери. Пусть облегчит страдания раненых воинов. Хорошо. Скажи, что стало с изгоями? Надеюсь, ты покарала этих мерзавцев? Конечно! Спелись, надо же. Разговаривают друг с другом. И с нами. Ты ведь никого не пощадила? Ты что, не знаешь, кто я? А кто ты? Я выросла изгоем в горах над сердцем матери. Безродная девчонка. Если бы я знал, что это ты, я бы и рта не раскрыл. Сейчас ты допиздишься, блядь. Честное слово, нафиг. Сейчас я тебе... Думаешь, ты лучше других, да, Ян? Но ты всего лишь маленький человек с маленьким сердечком. Когда ты умрешь, никто даже не заметит. Зато я хотя бы не изгой. Ах, ты, сука, на больной давишь? Ты даже не изгой. Изгои хотя бы тянулись друг к другу. А ты? Ты никто. Все, называть хватит. Тебя, Ника. Отнеси эту сонную Иву, Фия. Не то вернусь. Вот все. Вперед. Без песней. Но хоть не надо к Иве возвращаться. Коробочку получили. Ух ты, потихоньку. Сколько тут коробчик? Осколочки это патрон. Полезность просто зашкаливающая от всего того, что я сейчас открыл. Да, много, конечно, мы набрали. В скобочках нет. Ну что ж, ребят, на этом, думаю, пока что прервемся. Продолжение увидите, возможно, уже на стримах. Но, опять же, в зависимости от ситуации в стране тут с интернетом. Может быть, продолжим видосики записывать. Ну а пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, также стримы и играть, ребят. Только хорошая игра. Всем удачи, всем пока.